премьера. Женщина особенная, слышит мысли других людей. Скажу, что это чудо какое-то. Как раскрыть дело, если в нем замешаны люди с необычными способностями? Я точно знаю, что этот парень мертв. Из морга он ушел на своих ногах. Я не понимаю, как это может быть. Светлана Ходченкова, Сергей Гармаш, Виктория Исакова, Виктор Добронравов. И самое паранормальное преступление. «По ту сторону смерти» 17 апреля в 19:30 на ТВ3.